Здесь представлены последние разработки нашей компании. Это органические микроэлементы. Эти препараты добавляют в корм животным и птицам. Порошкообразное вещество является стимулятором роста и привеса. Дарья Романова, заместитель директора предприятия, рассказывает об уникальности биодобавок. Аналогов в стране нет. Животные, то есть усваивают этот микроэлемент практически на 100%. Так как сульфаты и оксиды, которые сейчас применяются, они усваиваются на 15 максимум процентов, а все остальное уходит с навозом в землю, а это все тяжелые металлы, которые загрязняют ее. У предприятия «Биоамид» есть своя производственная площадка и база для научных исследований. Директор Сергей Воронин демонстрирует губернатору лаборатории, где создают различные препараты. А здесь получается смесь 5 микроэлементов, которые заменят так называемые ксенобиотики. Это продукты, которых в природе нет, их человек химически сделал. И мы их сейчас будем делать природными. Производимая здесь продукция выгодна экономически, стоит намного дешевле зарубежных препаратов. Пока добавки биоамида закупают предприятия из Пензы, Краснодарского края и других регионов. В Саратовской области самый крупный потребитель – Марксовский племенной завод «Мелиоратор». Эффект, естественно, есть. Эффекты и в части снижения заболеваемости, и в части прохолостов, и в части заболеваний маститом и прочее. Там целый спектр, целый круг таких положительных влияний оказывают те препараты, которые мы здесь закупаем. Научные разработки саратовского предприятия заинтересовали губернатора. Прежде всего, ваше имя, ваших коллег, и это имидж Саратовской области. При всем при том, Саратовская область всегда отличалась вот в этой части сильной страны, в масштабах Российской Федерации и не только. Разработки саратовских ученых успешно конкурируют на рынке с Японией и США. Развиваться планируют и дальше. Начнут с производственной базы. На это потратят около 50 миллионов рублей. Екатерина Рысь, Александр Пиченко, ТВ-центр Саратов.